Представьте, что вы хотите построить себе на участке, скажем, беседку, которая стоит ни много ни мало 700 тысяч рублей. Заключили официальный контракт с подрядчиком, конторой, которая будет строить. Она часть работ выполнила, например, на 2/3. Потом что-то не понравилось, по соглашению договор расторгли. Естественно, к данным отношениям применяется закон о защите прав потребителей. В любой ситуации, независимо от того, были нарушения или ненадлежащее исполнение со стороны подрядчика или нет. Договорились прекратить отношения, все, не работаем. Все равно компания-подрядчик обязана вернуть там 200 тысяч денег, которые ей были заплачены. И на эту сумму работа выполнена не была, она обязана вернуть. Если в добровольном порядке не возвращает, значит с нее проценты, штраф потребительский 50%, ну и все соответствующие выплаты по закону о защите прав потребителей в любой ситуации. Потому что это, ну как говорится, семейные нужды. Вот так решаются эти проблемы.